Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Балезина. Здравствуйте. Кировчанам начали рассылать налоговые уведомления. За имущество, транспорт и землю за 2020 год жители региона должны заплатить почти 2 миллиарда рублей. 536 тысяч собственников квартир, домов, гаражей и других строений получат уведомления. Транспортный налог исчислен 322 тысячам автовладельцев, земельный налог более чем 200 тысячам кировчан. Налогоплательщики, у которых есть личный кабинет на сайте налоговой, могут увидеть все расчеты там и сразу оплатить без посещения банка. Те, кто к данному сервису не подключался, получат уведомления по почте. Для жителей Кировской области документы готовят в Нижегородской области. На конвертах в качестве отправителя будет указан адрес ФКУ «Налогсервис», ФНС России, город Нижний Новгород. Срок уплаты налога 1 декабря. Добавлю, что с этого года в уведомления добавлены сведения по НДФЛ с различных выигрышей. Программа «Экономика». В России сокращают бюджет на пособие по безработице. В 2022 году будет выделено около 64 миллиардов рублей. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, это чуть меньше, чем в 2021 году, поскольку количество безработных снижается. В правительстве считают, что Россия вышла на допандемический уровень безработицы. В Кирове, по данным на 1 сентября, количество официально признанных безработными составило 2000 человек. Это в 5 раз меньше, чем в начале года. Уровень регистрируемой безработицы – 0,79% от численности рабочей силы. Среди областных центров Приволжского округа Киров – 7-й. Самый низкий уровень безработицы в Нижнем Новгороде, Перми, самый высокий в Казани и Уфе. Экономика на 101 FM. За холодные батареи кировчане могут получить перерасчет. Как это сделать, рассказал гендиректор управляющей компании «Актив Комфорт» Максим Маньков. Вы можете обратиться в управляющую компанию. Управляющая компания придет, замерит температуру воздуха. Если она не соответствует нормативным стандартам, вам выдается акт на руки. Этот акт предъявляется виновному лицу. Это может быть управляющая компания, если у нее в ненадлежащем состоянии находится внутридомовая инженерная коммуникация. Второе – это параметры на вводе в дом, что бывает преимущественно. Так уже предъявляется в ресурсоснабжающую организацию. Помимо всего прочего, на основании жалоб граждан, это у нас бывает часто, мы берем эти акты, сами направляем ресурсоснабжающую организацию с просьбой сделать перерасчет гражданам. Ключевой момент для обращения за перерасчетом – температура теплоносителя. Если холодно по ощущениям, но на самом деле в доме 20 градусов, а в угловой комнате минимум 22, то компенсировать коммунальщики ничего не будут. Экономика. Завершение курсов валют. Доллар на сегодня 73 рубля 1 копейка. Курс евро 85,68. Ольга Балезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.